Если вы считаете чечевицу скучным гарниром, то этот рецепт сможет изменить ваше мнение. В этом рецепте чечевица варится с лимонной цедрой, а потом заправляется особым образом. Лимонную цедру лучше срезать овощечисткой, она дает нужную толщину, без горькой белой части. Вместо миндального сыра можно взять тофу, особенно хорошо подойдет копченый или с травами. А подробнее, как приготовить чечевицу с лимоном, я расскажу ниже. Получается вполне самостоятельное блюдо с изысканным вкусом, горячо рекомендую попробовать. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. Подготовьте все ингредиенты. Чечевицу промойте в воде и переложите в кастрюлю, добавьте цедру лимона, лавровый лист, соль и раздавленный, очищенный чеснок. Затем добавьте в кастрюлю воду, доведите до кипения, убавьте огонь до средне-низкого и варите чечевицу 25-30 минут. Когда чечевица полностью впитает воду, заправьте ее оливковым маслом и лимонным соком по вкусу, добавьте раскрошенный миндальный сыр и перемешайте. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Чечевица с лимоном готова, приятного аппетита! Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. А теперь ингредиенты. Чечевица зеленая, 100 грамм, вода, 150-200 миллилитров, чеснок, 2 зубчика, лимон, 1/2 штуки, лавровый лист, 1-2 штук, миндальный сыр, 40 грамм, оливковое масло, 1 столовая ложка, соль, 1/2 чайных ложки, количество порций, 1-2. Ставим лайк и подписываемся, ваши отзывы очень важны. Всем добра, заходите еще.